Ёшкин кот Скретч, это что такое? Это твоя судьба в сегодняшних прятках. Я типа жопа? Нет, типа тебе жопа. Мне жопа? Блин, ребята, это просто трешня. Сразу пишите в комментарии, за кого вы болеете, я либо Скретч. Ну, только давайте вы это напишите сразу, а не досмотрите до конца и поймете, кто выиграл, а кто проиграл. А вот, кто будет первый искать, а кто прятаться Скретчу? А ты будешь первый искать, а я буду прятаться, а знаешь почему? Почему? Потому что вот, все, я нажимаю кнопочку «Начать прятки». О, слушай, а камуфляж у меня довольно-таки интересный. Ты что, впервые стал книжной полкой? Нет. Ребята, вангую, он книжная полка, просто попуставлю. Идеальное место. Блин, ну не совсем идеальное, но в принципе довольно-таки неплохое. Надеюсь, Фласка меня не найдет. Я буду стоять здесь. Все, я спрятался. Блин, или нет? Нет. Сейчас. О, все, я спрятался. Я иду искать чужие. Так, проверяет там кирпичи все. Алло, ты где? Проверяет. Ну ты же не книжная полка, да? Не знаю. Ну, я вроде бы не вижу ничего подозрительного на горизонте. Подозрительно. Не ломай цветы, это декор карты. Какой декор карты? За этим декором ничего не видишь и время только тратишь. Вот именно, для этого он и нужен. Так вот именно, оно значит не нужно. Ты чё, прикалываешься, что ли? Блин, ну место у меня довольно-таки эпичное, я так скажу. Козырное? Ну, очень козырное. Мы тут, во-первых, ни разу не прятались. Во-вторых, меня найти просто будет невозможно. Ни разу не прятались. Точно? Ты не врешь? Просто я сейчас не буду проверять все, где мы прятались. А может, да я могу и блефовать. И на хране можешь не искать, меня там нету. На хране тебя нету, говорит. Да, ну ты там просто пробежала. Это я знаю, это я знаю. Я все просматриваю хорошенечко со всех сторон, чтобы точно ничего из виду не упустить. Здравствуйте. Это правильно, что ты так делаешь. Слушай, Скретч, вот ты сказал, мы тут еще не прятались, и теперь что-то ты меня в ступор вгоняешь какой-то. Слова наши, враги наши, там, или как говорят. Слова наши, враги наши. Ну ты не книжная полка, ну в смысле? Да, конечно же, нет. Да почему? А почему ты постоянно говоришь, что книжная полка? В чем прикол, если книжной полкой, ну, где вы еще ни разу не становились книжной полкой? Вот, по теории вероятности, кто-то рано или поздно должен ей стать. Не, ну так как, если она действительно есть, то, понятное дело, кто-то да встанет рано или поздно. Здравствуйте. Да, да. Здравствуйте, ну привет. А где? Тебя нигде нет, у меня время. Время заканчивается, ребята, блин. А чё мне сегодня поможет в этом видео? Вот скажи мне, что, только лайки, ребят, да? Тебе поможет молитва. Ладно, да, лайки, ребят. То есть, если мне поставят сейчас лайки, то ты мне подсказку дашь, да? Нет, если тебе поставят лайки, то тебя доставят на путь истины, и ты меня сможешь легко найти. Да нифига! Да, короче, ребята, ставьте лайк, а он мне подсказку кидает. Хорошо, ладно, договорились. По кайфу. Ну, я надеюсь, уже поставили лайки. Давайте быстрее ставьте, пожалуйста, время, деньги. Так, тут пока никого нет. Пока что никого нет. Пока что. Пока что там никто не прятался. Да, я потом буду там прятаться. Ну чё, Скретч, мне кажется, ну, некоторые-то поставили. Тебе этого хватит? Хочешь подсказку? Да, давай. А один раз ты пробежала прям вплотную ко мне, прям вот, грубо говоря, ты пробежала по блоку, в котором я прячусь. В смысле, по блоку? Да, ну, то есть я прячусь, грубо говоря, ну вот, в два блока, и ты на этих двух блоках стояла. А ты был ниже, да? О, нет, я все равно не успею уже, потому что я не знаю, где это было. Это так красиво было. Я надеюсь, монтажер это вставит, чтобы это вот было максимально эпично. Жесть, и когда это было? Да, я уже не успею, да, ё-моё, ёшкин кот, в смысле? Это такой контент, такой контент. Ну, блин, флексион плыглоло. Назад, посмотри, быстрее, посмотри. А, ладно, не успела. Ты что, рядом где-то был? Ты что, рядом был, чертила? Посмотришь на видосики, посмотришь. Да не буду я смотреть на видосики, я сейчас хочу узнать. 1-0. Ладно, ребята, все, давайте поперли. Сейчас мы ему устроим кузькину матреху. Господи, почему в моих видосах полная какая-то жопа? Но я тебе скажу, что у меня не было видно. Точнее, у меня половина тела была в тень прям один в один, как блок, а вторая половина очень сильно
выделялась. Я не знаю, как ты меня не заметила. И я все равно не заметила. Да, ты пробежала, но, возможно, ты на меня даже не посмотрела. Смотри вниз сразу же, чтобы случайно ничего нигде не запалить. Ладно, ладно. Скретчи — это просто жопа жопная, потому что мне опять дали просто, вот как в прошлых прятках у меня на канале, мне дали какую-то жопу, так и сейчас мне дали просто какую-то жопу. Как в прошлых прятках, хорошо. Имеется в виду не то же самое, я имею в виду просто, ну, знаешь, ну, просто какая-то жопа жопная. Просто какая-то жопа, хорошо. Это не снег, который песок. Я буду обсматривать просто со всех сторон, настолько доска... А может, ты в этот раз решила под водой спрятаться? Нет. Ладно, тебя тут нету. А хорошо. Ты чердила, ты сразу пошел проверять, да? Сразу прошел проверять. Прошел так. Проверять, да. Прошел проверять, пошел проверять. А возможно, ты на корабле. Я могу быть где угодно. Я просто фиаско, братан. Ага, это фиаско, братан. Хорошо. Я проверю алмазы. Фиаско? Здесь тоже нет. Это прям как фласка. Ты думал об этом когда-нибудь? Да, я думал, что это твой настоящий ник. А ты знал, что меня часто называют лаской? Почему? Ну, потому что типа фласка, без F будет ласка. В шахте тебя нет. Ты мне тут зубы не заговаривай. Погоди, погоди. Давай, короче, договоримся. Ты меня находишь, ты меня сразу не убивай, пожалуйста. Хорошо, хорошо. А я тебя найду. А ты засмеялся? А я тебя найду. Ну, сразу не убивай, я имею в виду, чтобы не просто... То есть, чтобы я успела увидеть вот это вот твое выражение лица, когда ты такой... Хорошо. Ай, давай быстрее, Скретчи. Я и так знаю, что ты меня найдешь. Тебе просто стоит разочек просто посмотреть на меня, понимаешь? Понимаю. А ты меня видела хоть раз? Я тебя не видела хоть раз. Не видела? Вообще, а сфига ли? Мне пришлось у ребят выпрашивать лайки, чтобы ты мне сказал. Ну ты была как бы рядом. Офигеть, где я только не была? И все, что ты мне сказал? Ты была рядом. Ты мне точно такие же подсказки даешь. Да, только я вообще-то забанила ребят на лайки ради этих подсказок. А сейчас я тебе за бесплатно, за просто так, за не лайк, за лайк, за дизлайк просто так говорю. Нет, не видела. Блин, а где ты есть, ты чертила? Ой, не знаю, Скретчи, ищи лучше, но... Знаете, ставьте лайки те, кому нравится, когда Скретчи такой... Когда что-то гениальное приходит ему в голову. Да, не, я просто нашел шикарное место для пряток в будущем. Что там за место? Да, не важно. Да, где ты есть? Скажи, какой ты блок. А, Пупенна, так ты наизусть знаешь все блоки, где они находятся. Знаешь, как сказать, я снег. И ты идешь смотреть снег. Я говорю, это просто фиаско, ты понимаешь, что я снег, и ты смотришь снег. Я понял. Скорее всего, ты стала блоком, которым ты уже была, и спряталась на том месте, где уже пряталась. Угу. Только ты про все места знаешь, потому что, как бы, во-первых, ты видел видосы, во-вторых, мы рассказываем друг другу, потому что это очень смешно. Как ты пробегаешь рядом, либо я пробегаю рядом, и мы не видим друг друга. Блин, я что еще? Я реально не пробежал еще ни разу мимо тебя? Ладно, пробегала, я тебя собрала. Вот так вот. И специально кинула до конца. Ты понимаешь, что ты жопа? Ты у меня это спросил? На середине. Поэтому не выпендривайся. Все справедливо. Ну, блин. Стой, погоди, погоди, погоди. А где ты прятался в прошлом видео? В самой последней. Вот ты сказал, я была над тобой, но я тебя не увидела. Ты кто был? Я был булыжник. Ты был булыжник? Да. Блин, а где это было? А не важно. Не важно. Так, ладно, давай, иди, иди прячься. У нас, погоди, 1-0 в мою пользу выходит? Нет, 1-1! А, ты меня нашел? Блин, я просто вообще все путаю. Я же говорю, ребята, все путаю. Надо обязательно, чтобы вы записывали. Вы будете нашими судьями, понимаете? И в конце вы подведете итоги, у кого сколько. Да, подведете итоги в конце. Так, сейчас, мне нужно как-нибудь припарковаться. Ну, в принципе. Блин, ну ты ж сюда... Такое спорное место. Ну ты... Так, я могу искать? Ща, да, можешь. Чтоб ты понимал, ты меня сейчас не нашел. Ты возле меня прям пробежал. Ты просто не посмотрел мою историю. Ну блин, ну как обычно. Как у меня было с тобой, да, в первых прятках? Да. А погоди, я тебя нашла? А, нет, 1-1. Да, 1-1. Ну я хорошо сейчас все буду просматривать, обсматривать, во все дырочки залазить. Привет, привет, пока-пока. Здравствуйте, до свидания. Ну привет. Ну привет. Ага, вот это твоя любимая. Ага. А время-то тик-так. Да-да-да, и вот это то, что любимое. Слушай, а тут есть где-то нычки? Нет, нет. Слушай. Тик-так, спрыгнула с крана. Тик-так.
И где черти недоделанные? Ну я же могу смотреть на F5, по сути. Да, я тоже. Я об этом как раз таки подумала, мол, если я не ловлю с тобой связь зрительную, то ты, возможно, просто-напросто смотришь от F5. Я все просматриваю со всех сторон, тебя... Ну нету, тихо. Тик-так. Скажите, не беси, говори что-то интересное, расскажи историю. Но ты забежала вроде в домик, если с моего ракурса это правильно. Угу, подсказывайся, нет. Ты так уверен в себе? Возможно, запутываю. Но ты же видишь. Что я вижу? Тоже мне запутыватель. Ну, как бы, ну, в смысле, ты такой, может быть, запутывают, так ты видишь, где я, в смысле, запутываю? Тихо, ну, значит, ты не в нычке, это точно. А где? Ну, да, возможно, не в нычке. А, возможно, и в нычке, просто такой вид открывается с этой нычки, что ну, видно давай, кусочек. Давай, не пали себя, чертила, давай, так. Ах, да пойти, что ли, кофе заварить? Куда? Не, ну, Рели, в принципе, можешь, я тебя без тебя найду, там, ТП втихую сделаю к тебе. Это, конечно же, не вошло бы в кадр, если бы я так сделала. Ты бы просто пришел. Хопа, я тебя нашла. Блин, Скретч, ты где? Ласочка, тик-так. То чувство, когда Скретчку нечего комментировать, да? Мне есть что комментировать, я просто нагнетаю атмосферу, что ты, знаешь, такая, блин, где он? Быстрее, я хотела все пробежать. От этого ничего не изменится. Нет, когда я нагнетаю, тебе хочется быстрее всю карту пробежать, и ты менее внимательно смотришь. Так вот именно, поэтому я говорю, ничего не меняется. Потому что я так или иначе... Что за звук? Такое ощущение, будто бы стекло где-то бацнули. Стекло бацнули. Когда по звукам было стекло? Смотрю. Аккуратненько, никого. Никого? Никого? Нет. Никого? А где? Слышь, ты чертила. А где? Алло. А если ты какую-то нычку нашел и просто в этой нычке ныкаешься? Вполне возможно, что я такой хитрожопый. Да ты-то хитрожопый, еще тот хитрожопый, ну-ка. Алло, где Зина? Зин, это ну нечестно, Зина, ты где? Что за жопа жопная? Блин, мне так нравится эта прятка. Это прятка. Ну что за жопа жопная, погоди, я вообще не вижу. Я хочу тебе, вот сейчас, когда раунд закончится, я хочу тебе кое в чем признаться. Ты что, четыреуга, да? Нет. А что? Сейчас расскажу. Короче. Стоят блоки, да. И ты такая, тут нет, прямо мне в глаза смотришь, тут нет. В смысле, в глаза тебе смотрю, где это было? Пойдем покажешь. Ты хочешь? Давай я тебе после ролика покажу, где это было. Ну нет, надо ребятам тоже показать, они же сейчас не видят. Как они же от моего лица видели. А, ну ладно. Да блин, да потом забудем. Ладно, все, давай, ББ. Это просто, ребята, ну вы видели, это шикарное место. Я в шоке. Ну погоди, а как-то? Я на тебя смотрю, и я... Ты что, слился? Ты такая мельком так-то. Тут нет, и пошла дальше. Слышишь, мельком, я тебе в глаза смотрю, ты говоришь. Ну ты не прям в глаза, ты, короче, такая про вела мимо меня, но я словил твой взгляд в моменте. Я на тебя посмотрела, не увидела. Да? Это да, жесть! Да. Давай, ищи. Ну как так-то? Это было очень смешно, мне понравилось. Но я тебя потом обязательно расскажу и покажу. Но первым делом я должен тебя найти. И возможно, что... Вот знаешь... Ага... Почему? Вот объясни мне, ребятам, что в твоей голове, когда ты вот, у тебя есть мысля, ты что-то говоришь, а потом такой, погай. Я это делаю специально, чтобы ты поднапряглась. А прикинь, вот если я тебя в этот момент вижу. Ага, тогда у тебя вообще шарики за ролики заедут. Ну да, если в этот момент я тебя вижу, то у меня просто бам, я такая. Что он нахакает, дурачок что ли? Кто это? Ну ладно. Только давай, как всегда. У меня, короче, место плохое, по моему мнению, поэтому, когда ты меня найдешь, сразу не убивай. Хорошо. Ну знаешь, у тебя вот такие плохие места, что фиг их найдешь. Знаешь, что самое забавное, как я в себе, когда уверена, ты меня так изи нахуй. Это просто жопа жопная. Но когда я такая, пипец, это просто фиаско, братан, то. Ну почему не делать хорошо? Как? Ну да, так оно и работает на самом деле. Может, ты книжная полка? Слушай, а
какой шанс, что мы будем книжной полкой? Почему ни разу мы не становились книжной полкой? Потому что еще ни разу нам не повезло. О, такое место нашел классное, надо будет им воспользоваться. Блин, мне кажется, мы еще долго будем на этой карте играть. Тут, оказывается, столько мест. Знаешь, почему столько мест? Потому что если нам дает что-то новенькое... Ну, смотри. Ладно, окей, ребята, кто смотрел предыдущие видосики, те шарят. Ну, имя я имею в виду именно камуфляжные прятки. У Скретчика на канале были, у меня были. И в чем прикол? Мы с ним вдвоем становились железной... Ой, господи, золотой рудой. Что он меня не видел, что я его не видела. И прикол в том, что... Ну, я не знаю, ну как-то... Я начала смотреть на золотую руду только тогда, когда я стала первый раз этой золотой рудой. Только потом я начала смотреть золотую руду, понимаешь? А что, если ты стала песком? Чего ты это вдруг резко взял? Нет, вначале объясни, с чего ты это резко взял. Короче, ты такая, ты говоришь, я стала смотреть на золотую руду только когда стала золотой рудой. И я понимаю, что, скорее всего, ты стала тем, кем мы еще не становились. Следовательно, ты стала песком. Я вообще не понимаю, ребята, это просто жопа какая-то жопная. В смысле, с чего ты решил? Ну, смотри, ты, наверное, спалила сама себя, не зная этого, вот. Но это предположение было, я просто вспомнил резко про песок. Не знаю, почему он вспомнил про песок, это, конечно, жесть. Иди прячься, я обиделась на тебя. Да за что? Я не знаю, мне кажется, ты читеришь, потому что я говорю, пока я не стала этим самым, я это не замечала. Кучу всего, полка там, не знаю, что-то еще, наверное. Песок. Резко он решил чекнуть песок. Я не знаю, что это за приколы, но это просто жесть. Если не успеваешь спрятаться, мне плевать, я иду ищу. Ладно, я спрятался. Давай, иду. Сразу так иду. Да, ну, да. Сейчас буду быстро все проверять, что-то у меня рели, у меня так сгорела жопа, это просто пипец. Обупенное место, я там никогда не ищу. Я рассказываю просто историю про блок. Нет, правда, подумать про ТНТ, я не знаю, что-то еще есть про железный блок. Песок. Я просто слушаю это и думаю, это что, прикол, что ли, какой-то, или что? Как можно пойти посмотреть песок, когда я песок? Ничего-то другое, песок. Я не знаю, Фласка, это так звезды просто сошлись. Да как сошлись, я не знаю, я просто беру, что-то рассказываю и песок. В этом мире куча всего, но песок. Ты так начала рассказывать? Я смотрела на золотую руду только тогда, когда стала золотой рудой. Я такой, да. Почему песок? Куча всего я песок. Я не знаю. Я давно думала, почему я не становлюсь деревом. Листвой. Я хочу быть листвой. Песок. Ни дерево, ни листва. Вот бревно, вот этим становиться пупенно. Песок. Почему песок? Это просто жесть. Моя жопа так горит, как никогда не горела. Ребята, поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы поддержать Фласку. Ну, кто знал, что так произойдет? Ну, я песок, не дерево, не лес, песок. Будто бы ничего там в мире нету, кроме песка. Ой, Фласка. Фласка шахтом, да. Я сейчас все буду, все дырки смотреть внимательно, максимально. Смотри. Прям в глаза буду смотреть. Песок. Что там? Кирпич. Кирпича давно не было. Песок. Да это просто какая-то жесть. Либо на ментальном каком-то уровне, или как-то там называется. Мы чувствуем, да? Вот я такая, я песок, прикинь. Я впервые песок. Он такой, песок. Я такая, вау. Он думает, как и я, песок. О чем я думаю, о том и он думает. Оцените в комментариях жопогорение Фласки. Мое жопогорение песок, ты понимаешь? Ничок. Уголь! Просто блок песок! Если твое жопогорение песок, то это уже стекло. Это просто жопа. Я сейчас все буду просматривать со всех сторон. Где? А если ты песок? Я никогда не проверял. Тут проверил, никогда там не смотрю. Песок. Это просто трэш. Песок. Причем место опупенно, меня бы не нашли, если бы не... Песок резко захотелось проверить, ты понимаешь? Ласка, я тебе напомню, что у тебя осталось очень мало времени. Мне не надо напоминать, мне это не поможет. Почему мне дерево вот тут спряталось, все, меня не наш... Песок, куча всего, песок, да как, ну как? Я просто смотрю, тут куча мест. Я хочу стать песком, но не вот этим песком. Я хочу стать вот тем песком и прятаться. Это песчаник, это не песок. Почему я песок, и ты песок? Мы все пески. И вот тут место опупенно. Почему не земля? Почему не земля? Почему в твоих видосах я выиграю, в своих я проигрываю? Потому что песок? Потому что песок. Ну, Фласка, у тебя вот очень мало времени. Вот тут песок? Осталось. Нет, он туда пошел искать песок. Что за приколы? Я уже дважды всюду смотрю, где этот песок? Почему мне в голову не приходит песок? Почему мне не приходит книжная полка? Блин!
господи, я хотел сказать подсказку, ты меня пробегала. Так суть в том, что я к тебе иду, я такая, книжная, а может быть книжная, я не смотрела книжные полки? Книжная полка! Как и песок, понимаете? Просто жопа жопная. Пишите в комментариях 1122, я уже не помню, у меня жопа горения. И скиньте на лечение, в описании к видео будет куда скинуть. Если что, там ничего нет, можете не искать, я пошутила. Да, все, ребят, на этом, я думаю, мы будем заканчивать ролик Фласки. Да. Если он вам понравился, то обязательно влепите лайк, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Песок, ты понимаешь? Ну, с вами были Фласочка и Стрейч. Я решила глянуть, потому что, пока ты этим не стала, ты это не смотрела. Песок! Всем пока! Я хочу быть листвой. Понятно.